Всем привет! Это проект «Другая кухня» и с вами я, Александр. Друзья, сегодня очень быстрый рецепт. Завтрак пятиминутка, назовем его так. Будет хрустящий бутерброд с картошечкой, да на сковородке. Замечательный. И вкусно, и легко. Погнали! Вот наши продукты. Несколько кусочков хлеба, порезанный батон, три сырые картофелины, пару яиц, небольшой пучок укропа, луковица, соль и перец возьмем по вкусу. Картофель натираем на крупной терке, периодически чередуя с луковицей, чтобы картофель не почернел. Укроп мелко-мелко порежем. Отправляем укроп в нашу картофельно-луковую смесь. Туда же яйца, соль, перец. И все хорошо перемешиваем. Начинка, как вы видите, немного жидкая, но это даже очень хорошо. Она пропитает кусочек хлебушка, и он будет еще вкуснее. Вот так выкладываем, прям хорошо. Приминаем, смотрим, чтобы с краев у нас лишнее, ну, по возможности, не торчало. Вот так должно у вас получиться. Выкладываем в разогретое масло, в растительное, картофелем вниз. И обжариваем на медленном огне до золотистого цвета. И переворачиваем аккуратненько. Ух ты! Вот так должно получиться. Хрустящая корочка. А как ароматно! Вторую сторону обжариваем буквально пару минут. Вот такая красота получилась. Друзья, последняя партия дожаривается. Вот такие они румяные. С другой стороны, но я вам скажу, вкуснотень нереальная. Все, теперь можно звать своих к завтраку. А вы, друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и готовьте с нами вкусные и простые блюда. Всего доброго, пока!